Сегодня у нас 29 июля 2018 года. Это цветочки сикоры. Вот мы пришли. Сегодня у нас воскресный день. Воскресенье. Каждое воскресенье у нас мы плаваем на лодке с ребятишками. Вот пришли последний раз Владимир Юрьевич со своими двумя ребятами, Тимофеем и Левой. И плюс Полина еще с Украины. Вот, сейчас будут последний раз здесь по Терявке плавать в этом году. Завтра уже, даст Бог, Владимир Юрьевич отъедут со своими учениками. Вода, шлибри. Шлибри. Садятся. Все, поплыли. Так, отойди от воды подальше, Тимофей. Отойди, отойди, а ты нырнешь сейчас. Шарик он тут. Шарика привели с собой тоже, чтобы он мог погулять. Так, я же сказал, не бросать лягушек. Вы ее оглушаете этим самым. Зачем вы делаете это? Оглушаем чем? Водой. А воду, когда бьется, вода же твердая тоже, плотность-то. Шарик, залазь в воду. Шарик, купайся. Смотрите, вон ягодок, поищите, может, еще осталось клубника. Тишина. О, коршун что-то спускался на воду. Интересно даже. Тоже рыбу ловит, что ли? Ласточки, утки. О, что-то он парит. Не зря он здесь парит. Ну и что, нету ягод? Нет. Уже, видимо, засохли. Ни одной. Так, в воду ничего не бросай. Не надо ничего бросать. Нет, не знаю. А почему вы его не хотите научить? Да, он уже вышел из того возраста, когда учить его надо. А, он старый, да? Ну, старенький уже, да. Да и не надо зачем. Он нам такой, какой есть. Он хороший. Сергей Павлович, говорит, сперва хотел, а потом, говорит, не, ладно, говорит, не буду шарика трогать. Пускай уж, как он есть. Это с детства надо научать, чтобы собаку тренировать. Ну, вот сейчас Полина покатает Владимир Юрьевич и начнет этих утрах покатать. Слава Богу за все. Аллилуйя. Не в команде, Серега. Три поклона. Полина, Полина не сделала три поклона-то? Что? Поклон-то делала? Молилась перед тем, как залезть? Ну, а что так? Что, Володь, это кончился аккумулятор, да? Нет, он просто кнопку зачем-то нажал. Выключить. Ну, а что, нельзя? Не, не надо. Вы интересные. Надо, чтобы сразу раз открылась и заработала.
Да, ты нажал туда? Да? Еще только на плакать. Нет, ключа я хотел снять, а не понял. Виталий. Зачем? Кто его пачет? А ты это научи чему-нибудь. Опа! Да. Ну вот Полина поплавала сейчас, Владимир Юрьевич. Сейчас у нас Лёва с Тимофеем поплывут. В дальнее плавание. В дальнее плавание. Да. С Богом. Да, берите, кто они не возьмут. Кто будет гребсти? Весло не уроните, держи крепко. О, вон Оля подходит. Он хоть плавал, нет, жарит? Он не любит плавать. Его в воду только силком затаскиваешь. Дай лапу. Выброси его в воду. Выброси. Дай лапу. Как эту, как гранату туда, раз его. Ну дай лапу. А с чем держать нос? Он начнет лапой освобождаться, да. Дай лапу. Он предпочитает умереть. Не сдается, шарик. Дай лапу. Дай лапу. Где-то воздух уходит, надо заткнуть там сзади. Ладно тебе, Сергей Павлович, нашел когда дрессировать его. Хорошо, вот, смотри, сразу вдохнулся. Дал бы лапу сразу, да и все, не мутился бы. А он упертый. Хорошо, дай лапу. Упертый, как Виктор Николаевич. Ладно, хорошо. Тебя папа повезет? Дай лапу. Как Виктор Николаевич. Хорошо. А сегодня вон кто-то, Лёва или Тимофей, говорит, а что его не дрессируют, почему? Я говорю, так, уже упущен момент, говорю. Хорошо, видал? Ага. Видал? Все, 2 минуты. Сергей Павлович, профессионал. Дай лапу. Давай, понял? Чудо Божье. Хорошо. Шарик, умница. Хорошо. Дай лапу. Дай лапу. Я умею кататься. Хорошо. Ваш вес. Хорошо. Ваш вес. Мой мозик. Хорошо. Дай лапу. До 60 килограммов. 5 минут, готово дело. Дай лапу. Дай лапу. До 60. Погладь. За отдельную плату. Молодец. Все. За 5 минут научил лапу давать и за 30 секунд перевел уже на другого клиента. Все. Вот, а ты спрашивал сколько. В месяц это когда полностью. Дай лапу. Хорошо. Хорошо. Ты ошейник идет? А он всегда был? Дай лапу. Понял. 5 минут научил. До этого, может, Тимофей не давал. Нет, не давал. Давал вот просто. А что ты сделал? Нос зажал он. Кого зажал? Нос. У меня же садись. Дай лапу. Ну не так зажимаешь. Не делай. Полина, не делай. Оль, ты не должна это делать. Если укусит, потом будешь каяться неоднократно. Ты вот так вот зажимаешь, нос-то дышит. Ну и что толку-то? Надо вот зажимать. Вот. Вот он уже раз подает. Вот. Хорошо. Не зажимай. Не надо, да. Не надо, сдаемся. Молодец, Шарик. Молодец, Шарик. Хорошо. Вот Витя увидит, скажет, все же я его во Франции бы так бы зарабатывал бы там с ним. Ну да, по Парижу. Да. Шарик, дай лапу. Как там, Эйфелева башня там рядом бы стал бы с Шариком. Теперь как научить другую лапу давать? Надо в центр тяжести перевести его сюда, на эту лапу. Вот, чтобы он на этой лапе сидел. Дай лапу. А это вот у него свободная была. Хорошо, другую. Это уже другая команда. Другую. 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 Хорошо. Шарик. Дай. Другую. Нет. Шарик. Другую. Сейчас вот. Шарик. Другую. Другую. Хорошо, другую. Хорошо. Другую. Хорошо. Шарик, другую. Ай. Отстань ты от меня. Шарик, другую. Вот давай.
Попробуй. Дай лапу. Вот это лапу. А вот эту другую. Давай, другую. Хорошо, другую. Хорошо, другую. Дай другую. Старик. А другую. На четвертую. У нас есть собака, которая дает лапу. И она умеет. А еще она дает лапу, когда я говорю привет. Даешь ей руку. Она дает тебе лапу. Я говорю привет. Пожимаем, да? Да. А дай чтобы лапу. Она дала вторую лапу, надо сказать, дай сядь лапу. Красиво. Тогда она даст ей две лапы. Смотри, лежать. Сразу. О, тут дерьмо коровье. Конечно, поэтому. Нашли где дресс. Лежать. Хорошо лежит. Стоять. Лежать. Хорошо. Стоять. Хорошо. Лежать. Такая озвучка. Хорошо. Стоять. Хорошо. Лежать. А озвучка хорошо. Для чего? Стоять. Для смеху. Хорошо. Лежать. Хорошо. Стоять. Хорошо. Лежать. Хорошо. Стоять. Да, кратно. Хорошо. Лежать. Хорошо лежи. Стоять. Хорошо. Ну, видишь, что я уже до этого с ним не занимался. Он бы ложился бы и вставал. Лежать. Хорошо. Старик, стоять. Хорошо стоять. Старик, лежать. Ну, давай, а ты умеешь стойки правильно делать? Лежать. Делать? Стойки? Угу. Хорошо, да. Йоговские. Стоять. Ну, для собак. Выставки стойки ты знаешь, как они правильно делаются? Вот. Да. Вот стойка. Вот, подними. Вот. Это овчарки так, да? Стойка. Там лапы задние должны под определенным углом стоять. Ну, вот, овчарок у них стойка вот такая. Это так. Вот так. Стоять. То есть одна нога впереди, другая да. сзади? Хвост должен быть вот это вот как. Вот, да. Это вот немецкая овчарка стойка. Вот. Хорошо стоять. Стоять. Еще у них ушки. Хорошо стоять. Куда пошел? Овчаркой будешь шарить. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Бедная собака. А ты не даешь им вкусняшки? Правильно выполнили задание. А, Сереж? Бедный. Вкусняшки не даешь за каждое правильно выполненное задание? Хорошо, даю, если бы они были. А что собаки больше всего любят? Овчарки. Овчарки. Сыр. Кто сыр, кто сосиски. Каждого так же, как у человека. Кто любит больше всего китайцев? Китайцы? Человечек. Стоять. Хорошо. А почему именно ты китайцы? Ну, ты говоришь, почему, ты меня спросила, почему именно овчарки? С ловкостью. Почему они будут китайцы? Они должны что-то сидеть. Хорошо. Стоять. Но у каждой национальности, да, есть все равно свои предпочтения. Суши где производят? В Японии. Их вот сейчас вот на нашем рынке тоже. Сидеть. Тебе нравится суши? Да. Хорошо. Стоять. Хорошо. Правда говорят, что от них бывает там что-то расстройство желудка. Хорошо. Не было? Сидеть. Если они не просрочены. Лап. Уже даем там же. Стоять. От рыбы еще очень много зависит. Хорошо, стоять. Сидеть. Хорошо. Стоять. Если там все достойно хорошо. Делаешь. Сидеть. Хорошо. А, как стоять. Классно. Можешь попробовать подрессировать? Смотри. Классно как. Хорошо. Стоять. Хорошо. Сидеть. Шарика, вот, конечно, я заметил, но не хочу. Что вы служили. Не сколько ты уже. Как думаешь, за два, что ли? За пять. Ну, за два, может. Стоять. Хорошо. Ну, можно в любом возрасте собак научить или нет? Стоять. Да. С ошейником, мне кажется, в любом. Стоять. Хорошо. Да? Сидеть. Закрой. Сидеть. Ну, у тебя, говоришь, в этом же году какой-то был пес, Сергей, который электричество-то выдерживал у тебя, видишь, на своем... Стоять.
стоит. Так, ну что, смена капитана? Стоит. Юсиф! Плавай, Юсиф! А, ты уже плавала? Да? Помогите ему, Виталий, помоги. Все, выгружаемся. Ну или пускай вылазят сами. Привяжем. Тимофей, вылази. Не, он все порвет. Не, ложку, лодку подержи. Опа! Конечно, я тебя не удержу, Даша. А, такой надо знать, просто он не знает. Так, кто еще будет плавать? Я, он сам по себе. Я хочу посмотреть, как нарисовать. Подождите, когда на одежду будет. Братья, кто хочет поплавать еще? А вы его дрессируете? А вы меня это отправите в путь? А, ты одна поплывешь? Да. Так. Ты плавать умеешь? Да. Так, Оля, веслом. Вот так, так, знаешь, как плывешь? Я тоже умею. Тебе придется один веслом. Ладно, поехали к тому кто-нибудь. Я. Нет, ты не умеешь управлять. Нет, я управляю. Ты я что не это? Умею сама управлять. Лёва. Это не мой носок. Слава Христу. Вот Сергей Павлович согласился покатать, покопать Олю, поплавать. О, а во сколько там будет по расписанию? В час? Лежать. А сейчас сколько? Сейчас уже начало первого, наверное. Лежать. 5 минут первого. А, лежать. Угу. Мальчик, говори строго. Лежать. Вы что, шарики? Да. Я теперь уже начал, я понял. Пойдем к нему. Сань, пойдем к тебе окунем. А нет, ты его на цепочке просто веди, он туда будет. Он сам не хочет. Только не бросай, аккуратно. Нет, ты опусти его. Все, давай. Что там? Раньше-то был этот плотик, там вдоль плотика он плывет хорошо, а тут-то, конечно, он не поплывет. Он не хочет. Ему нужен отдых от этой дрессировки. Его надо немножко как бы подтолкнуть вперед, чтобы он потом мог. Ты куда? В бобриную норку собрал? Ну все, слава богу за все. Ты куда в яму?